Губернаторская премия «Наше Подмосковье» с каждым годом завоевывает все большую популярность. В 2013 году заявки на участие в конкурсе подали 7 тысяч человек. В 2014 году количество участников достигло свыше 13 тысяч. Призовой фонд в этом году был также увеличен в 2 раза и составил 180 миллионов рублей. От Пушкинского района в конкурсе «Наше Подмосковье» участвовали 166 человек, 19 из них стали лауреатами этой престижной премии. Сколько же интересных людей живет в Пушкинском районе. Они ходят вокруг нас, живут вокруг нас, а мы их не замечаем. И казалось бы, так просто, а изюмина вот в этом. Поэтому губернатор Московской области, разрабатывая данную программу, подразумевал именно этот момент, чтобы проявить данных людей, чтобы дать им возможность реализовать свои интересные мысли непосредственно в свою работу. И очень приятно сегодня видеть в этом зале тех номинантов, которые были удостоены премии губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. 19 человек, за которые сегодня было только что сказано. Очень приятно гордиться тем, что такие люди живут в Пушкинском районе. Проекты, которые представили на конкурсе «Наше Подмосковье» 19, теперь уже лауреатов, охватывают самые различные сферы жизнедеятельности – образование, науку, спорт, творчество. На этой неделе пушкинских победителей чествовали в городском доме культуры. Александр Тропин вручил им благодарственные письма за особый вклад в развитие Пушкинского района. Я работаю уже в течение 15 лет, веду воскресную школу. То есть вот внутри России, многонациональной России, очень много языков. Но хочется сохранить родной язык, традиции, культуру своего народа. Эта возможность у нас в России есть. Я написала работу «Сохранение языка, традиции и культуры внутренней миграции России». Это и есть тема, это то, что надо на сегодня в нашей России, чтобы сохранить Россию, чтобы никто не лез сюда. Мы в своей родине, нам ничего не надо. Меня премировали не за будущую работу, а за ту работу, которая уже была сделана за многие-многие годы. Именно за пропаганду донорства, оказание содействия донорскому движению, за организацию и защиту прав законных интересов доноров крови. Потому что кровь – это часть человека, часть ткани. И эту кровь нельзя продавать. Это то же самое, что продавать частичку себя. Я считаю, что в настоящее время в сложных социально-экономических условиях и политических условиях быть донором – это акт патриотизма. Портал Пушкина сегодня стал номинантом премии губернатора в категории «Гражданский диалог». Портал существует уже 10 лет. За это время у нас налажены коммуникации между жителями и властью. И то, что губернатор отметил наш проект премии, это сигнал властям, в том числе местным, и даже в первую очередь местным властям, что мы занимаемся правильным делом, что, к мнению пользователей интернета, нужно прислушиваться, за нами будущее. Хотелось бы в первую очередь сказать, конечно, спасибо за все, что происходит. Приятно получать такое внимание, но работа проделана грандиозная, потому что еще в преддверии Олимпийских игр мы уже проводили олимпийские уроки. Основной целью таких олимпийских уроков является не только рассказать об Олимпийских играх, но и о добровольчестве вообще. Вы знаете, какое сейчас пристальное внимание к этому направлению в нашем стране. Его активно развивают, и мы благодаря вот таким вот встречам с ребятами, со школьниками абсолютно разных классов, мы стараемся рассказать о добровольчестве, о его направлениях. Благодарственные письма главы Пушкинского района за значительные достижения получили также пушкинские спортсмены, представители образования и культуры. В этом году я уже в 4-й раз участвовала в международном конкурсе артистов оперетты «Оперетта Лэнд» 2014. И наконец-то я стала лауреатом этого конкурса. Я получила 3-ю премию. Получала в этом году высокие оценки и всю дорогу держалась на 3-м месте. Если в предыдущие годы было как-то, в десятке я 7-е, 8-е место, в этом году 3-е. Но была более серьезная подготовка, и как-то уже по опыту предыдущих конкурсов ошибки все постаралась устранить, и вот как-то так. Буквально пару слов. В Новый год с новым главой, а это оптимизм. И процитирую классиков.
Мы живем в самой лучшей стране мира, а все остальные страны нам завидуют. Мы с гордостью говорим «Россия», а иностранцы завистливо говорят «Раша». И все-таки она наша. Наша Раша! Итак, я приглашаю на спектакль Бориса Михайловича Урецкого «Добрыня Никитич и Тугарин Змей». И я там играю роль, господи, прости, козла Архимеда. Вот, собственно, за козла я и ответил. Дали мне эту великолепную награду. Оксана Савельева, Евгений Ромашихин, телеканал «Твой».